мая 1943 года, чтобы остановить прорыв советских подводных лодок в Балтику, враг выставляет в Финском заливе двойную противолодочную сеть. Сети из стальных тросов толщиной 2 сантиметра были расположены на расстоянии 100 метров друг от друга и растягивались от поверхности до самого дна. Форсировать это заграждение было фактически невозможно. Обойти тоже. Находившееся восточнее минное поле Насхорн немцы усилили почти 7000 мин, в том числе мощными глубоководными. Как советским подлодкам прорваться сквозь непреодолимые рубежи? Командование Балтфлота не останавливалось в поиске решения. Балтийское море имеет ряд существенных отличий от северных морей. Малые глубины являются большим затруднением для действий подводных лодок, но, с другой стороны, дают дополнительные шансы на спасение. В день нападения Германии на СССР подводные лодки Краснознаменного Балтийского флота насчитывали 69 единиц и были сведены в 3 бригады и отдельный учебный дивизион при учебном отряде подводного плавания. Первая бригада предназначалась для действий в южной и центральной части Балтийского моря. Вторая бригада для действий в Финском и Ботническом заливах. В учебную бригаду входили все строящиеся и капитально ремонтирующиеся подводные лодки. Субмарины базировались по всему советскому Балтийскому побережью, включая территорию только что вошедших в состав СССР прибалтийских республик и арендованную у финнов военно-морскую базу «Ханка». По уровню боевой готовности подводные лодки делились на три линии. Первая включала в себя полностью боеготовые подводные лодки, то есть не имевшие перерыва в боевой подготовке за исключением зимнего периода. Хотя, начиная с 1940 года, подготовка проводилась в течение всего года без деления на летние и зимние периоды. Сезонность в ее проведении оставалась. Вторая линия включала в себя подводные лодки, находящиеся в ремонте, либо имеющие значительную смену личного состава. К третьей линии относились подводные лодки, вновь построенные и недавно вступившие в строй. К началу войны Краснознаменный Балтийский флот насчитывал лишь 4 подводные лодки первой линии М-78, М-79, М-96 и М-97. Остальные подводные лодки входили во вторую линию 26 единиц и считались относительно боеспособными, числились на орхпериоде 11 единиц или вне линии, то есть в ремонте. Следует отметить, что противник в это время не вел активных боевых действий на Балтике. Считалось, что незачем. Основной упор делался на захват баз сухопутными силами. В 1941 году на первом этапе вторжения немцы прекратили свое судоходство по Балтийскому морю, но спустя 3 недели, к 12 июля, восстановили его в полном объеме. Так что недостатка в целях не было. Фактическим итогом действий советских подводных лодок на Балтике в июне-июле 1941 года стали приговоры военных трибуналов о расстреле командиров С-8 и Ща-308. Первая бригада была практически разгромлена, потеряв из своего состава к сентябрю 1941 года 13 подводных лодок из 24 числящихся в ее составе к началу войны. Фронт стремительно откатывался на восток. Обстановка на театре развивалась настолько быстро, что командиры лодок, выходя в море, не знали, в какую базу им придется возвращаться. В конце августа советские войска оставили главную базу флота Таллин, а в сентябре немцы были уже у Ленинграда. Флот снова оказался запертым в Маркизовой луже. Принимая во внимание сложившуюся ситуацию, командование Краснознаменного Балтийского флота приняло меры к переброске части подводных лодок на другие театры.
Строящиеся малютки 15-й серии М-200, М-201, М-202, М-203, М-204, М-205 и М-206 были по внутренним водным путям переведены в Астрахань, где к концу войны три из них удалось достроить. На Каспий были также перебазированы недостроенные С-19, С-20, С-21 и экспериментальная М-401. В Молотовск, ныне Северодвинск, переведены для достройки имевшие высокую степень готовности Л-20 и Л-22. На север были отправлены новейшие К-22, К-3, С-101 и С-102. Три последние успели в начальный период войны совершить по одному боевому походу на Балтику. Действительный итог боевых действий подводных лодок Краснознаменного Балтийского флота за 1941 год составляет гибель одного транспорта водоизмещением 3784 брутторегистровых тонн и подводной лодки У-144 в 26 торпедных атаках. Результаты трех атак неизвестны. На минах, выставленных советскими подлодками в 1941 году, возможно, погибли один транщик и три транспорта. Артиллерией повреждено одно судно. В 1942 году основные острова Гогландского плеса были в руках противника. Это позволяло немцам и финнам перекрыть доступ к советским подводным лодкам в Балтийское море. Готовясь к летней кампании 1942 года, противник установил на островах посты наблюдения, радиопеленгаторные и гидроакустические станции. 9 мая немцы начали постановку мин в Финском заливе. Подновлялись и усиливались старые заграждения, устанавливались новые. Наиболее обширными и многочисленными из них были Насхорн между Пак-Калаут и островом Найсаар, всего 1915 мин, и Зиегель, восточнее Гогланда, всего 5779 мин. 1450 минных защитников, 200 подрывных шашек. Всего весной, летом 1942 года немцами в Финском заливе выставлено 12 873 мины. Вместе с минами, которые были выставлены в прошлом году, их количество в Финском заливе превышало 21 тысячу. Непосредственно у заграждений было развернуто более сотни различных кораблей и катеров. Таким образом, образовался противолодочный рубеж глубиной более 150 миль. Несмотря на это, результаты действий наших подводников были более значительными. По подтвержденным после войны данным, было потоплено 15 судов, 32 415 брутторегистровых тонн, торпедами 2 судна, 2061 брутторегистровая тонна, 5 транспортов, 10907 брутторегистровых тонны погибло на минах. Всего 22 судна, 45383 брутторегистровая тонна. Потери немцев и их союзников на Балтике в 1942 году составили менее 1% грузооборота. Казалось, результат незначителен, но он превосходит результат 1941 года. Плюс заставлял немцев и финнов привлекать значительные ресурсы для сопровождения кораблей и борьбы с нашими подводными лодками. 1943 год.
Активные действия советских субмарин на Балтике в 1942 году заставили противника принять меры к недопущению прорыва подводных лодок Краснознаменного Балтийского флота на коммуникации подвоза стратегических материалов и сырья. Для этого было решено надежно закрыть выход из Финского залива сетевыми заграждениями, хотя заготовка сетей стоила больших материальных затрат. Кроме того, немцы и финны значительно усилили силы противолодочной обороны, расширили и подновили минные поля. 28 марта, как только в западной части Финского залива растаял лед, началась установка сетей. В течение апреля-мая 150 немецких и финских кораблей и катеров занимались оборудованием противолодочного заграждения. Одновременно производились минные постановки. Чтобы предохранить сеть от повреждений во время штормов, ее высота не доходила до дна. Но для того, чтобы подводные лодки не могли проходить между грунтом и сетью, предусматривалась установка донных мин. 9 мая оборудование противолодочного рубежа было завершено. Помимо сетей противник установил, кроме уже имевшихся, 9834 мины и 11244 минных защитников. Подводные лодки начали гибнуть одна за другой. Показательно полнейшее бездействие командования Балтийского флота, не приложившего абсолютно никаких усилий для срыва постановки минных и сетевых заграждений. В связи с гибелью 5 подготовленных экипажей, командование Краснознаменного Балтийского флота наконец-то приняло решение воздержаться от дальнейшей посылки подводных лодок в море. Исключение составляли только малютки, которые совершили несколько походов с задачей ведения разведки и высадки разведгрупп на острова Гоголан и Большой Тютер. Две малютки были переведены на Ладожское озеро, где также в основном занимались ведением разведки и высадкой разведгрупп на территории противника. За всю кампанию 1943 года подводные лодки Балтийского флота провели всего две торпедные атаки, которые оказались безрезультатными. 1944 и 1945 года. Всю первую половину 1944 года подводные лодки Балтийского флота проводили боевую подготовку и ремонт. Финский залив был перекрыт сетями, поэтому, учитывая опыт предыдущего года, о попытке форсирования противолодочного рубежа не могло быть и речи. Исключение составляли 5 подводных лодок, которые действовали на Ладожском озере. В конце июня они совершили несколько походов в интересах войск Карельского фронта. Обстановка круто изменилась в начале сентября, когда Финляндия вышла из войны. Хотя посланное на разведку состояние вражеской противолодочной обороны в Нарском заливе М-96 пропало без вести, вероятно, подорвавшись на мине заграждения «Зиегель», очень скоро, с формального согласия финских властей, подводные лодки Балтийского флота получили возможность выйти в открытую часть Балтики. Переходы проводились по финским шкерным фарватерам при участии финских лоцманов. В порт Калаут развертывалась военно-морская база. Советские подводные лодки стали базироваться на Ханках, Хельсинки и Турку. 22 сентября 1944 года Красная Армия освободила столицу Эстонии. Немецкий противолодочный рубеж терял свое значение. 26 сентября Швеция прекратила поставки Германии железной руды, лишив Рейх необходимого стратегического сырья. Современные подсчеты потопленных вражеских кораблей выглядят так. В 1944 году подводниками Балтики потоплено 16 транспортов, 35 580 брутторегистровых тонн. Один корабль и одно вспомогательное судно. В 1945 году 10 транспортных судов, 59 410 брутторегистровых тонн и 4 корабля. Итог.
За время боевых действий подводники «Балтики» потопили 52 транспорта и 8 кораблей, 142 189 брутторегистровых тонн. Наши потери составили 46 лодок. Статистика такова. Погибло на минах 18, уничтожено кораблями противника 5, торпедировано лодками противника 5, взорваны своими экипажами 6, уничтожены авиацией 1, уничтожены артобстрелом с суши 1, пропали без вести 10. Скорее всего, причина – мины. На этом, друзья, у меня все. Подписывайтесь на канал. Впереди вас ждут новые выпуски. Всего вам доброго.